Владимир Путин сегодня обратился с приветствием к гостям и участникам Восточно-экономического форума. Президент России отметил, что за время проведения форум стал востребованной площадкой для прямого диалога политиков, общественных деятелей, бизнесменов и экспертов и подчеркнул, что в этом году в мероприятии примут участие представительные делегации из более чем 60 государств. Отметим, что глава государства вместе с лидерами стран АТР примет участие в пленарном заседании 4-го Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье с 11 по 13 сентября. Основная тема АВФ в этом году – Дальний Восток, расширяя границы возможностей.